Игей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Санек, Итачи, Угабуга, Грошка, Крошка, Колбаса, Гусенек, ЛТВ, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем тасом. Однако, всем здравствуйте. Ребята, давно не было на моем канале Чужого, поэтому сегодня будут пацаны защищать бомбу, а я буду пытаться ее взорвать. Если спите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, для начала я положу им здесь бомбу, которую они должны защитить. Бомба будет не сильно большая, но и не сильно маленькая. Вот, бомба есть. Сильно пацаны, большая. Ну что, вы готовы сливаться? Давай. Это ты можешь сливаться. Сегодня у нас будут такие правила. Пацаны, первый раунд будут использовать только пистолет. И у меня будет для первого раунда 5 попыток. Первая попытка, погнала. Какая тишина, все сразу слушают, где я нахожусь. Не вылезайте, ой, сидите в кабинете. Ой, слышите, стекла бьются? Да, это я. Ах, один вандал, хватит. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш дискорд, пообщаемся, поорем. Ссылочка в описании. Совершенно верно. А где он бегает? Максим, ищу его. Уходи отсюда. Он на лестнице. Возле двери. Дай, Антонио. Как они хотят меня убить. Опа! А что, пистолет твой не сильно умный? Это ты не мог. А что я сразу... Первая попытка, ладно. Первая попытка, я слился. Хорошо. Я буду сейчас внимательнее играть. Понял, где внимательно. Я сейчас буду делать так, что я вселяюсь в вас и сразу стою большим. Поэтому шансов никаких. Вот. А-а-а. Что это сейчас было? Гусляк, ты чё? Да стой, стой, я улечу. Да вы задрали, вы чё так... А как ты так быстро себя убил? У меня бинт на убийство. Ты голимый, ты понимаешь, так нельзя делать. Это некрасиво с твоей стороны. Блин! Есть! Блин. Я большим стал! Отлично! Блин. Отлично! А вот теперь! Вот теперь! Ну, ребята, следующий раунд уже будет другое оружие. Это же как бы первый пробный раунд. И то, со второй попытки, видите, я стал большим. А нет, с третьей. Третья попытка, да. У нас же пистолеты, берем админский. Нет, вы должны как-то сейчас... А как вы меня реально убьете с пистолетов? Вот это же тебе говорю, берем админский. Ну это ж первый раунд, я же должен выиграть, понимаете? Нет! Да! А с чего вы меня убили? Что, пистолета как? Пистолета. Так у меня жизни было много, как? Хотя дверь, похоже, прихлопнула. А это возможно? Наверное. Гусунёк, ты что-то сделал плохое со мной? Нет. Магию наложил. Так, ладно. Это у нас была какая? Четвертая попытка, да? Да. Куда ты идешь? Эй! Гусляк, ты точно взял тот пистолет, который надо? Нет. Есть! Я стал большим! Классно! Если вы сейчас меня опять убьете с одного раза, значит вы используете какие-то читерские пистолеты. Так не должно быть. Мы нормально все сделаем. Да как я умер сразу? Это не повезло просто, поскользнулся. Это ж понимаете, пятая попытка. Если сейчас я сливаюсь, то все, вы выиграете первый раунд. Очень насыщенно, очень. Я должен сейчас внимательно играть. Кстати, у меня есть очень классная тактика, как вас поубивать всех. Закрой двери нафиг. Как они переживают все. Привет, ребятки. Так, готовимся. Есть. Первый есть. Так, я тебя убил по-честному, все. Вот еще один слился. Вот еще один слился. Бомба. Есть, бомба активировал. Не стреляйте только. Я сейчас буду в нее врезаться и пытаюсь ее взорвать каким-то образом. Почему? Почему она не взрывается? Как дела, Дим? Если обижаться. Да бомба не... Да как вы меня убиваете? Это нечестно. Это обновление на пистолеты. Да вы... Так, хочу кое-что здесь поправить. Надо бомбу сделать так, чтобы вот так. Нет, тихо. Хорошо, я буду считать, что первый раунд вы выиграли. Все, согласен. Первый раунд ваш. Второй раунд, погнали. Блин, ну теперь можете любое оружие брать. Давайте только пистолеты и дробовики. Третий раунд уже будет все оружие. Немножко сейчас будет тяжелее мне. Тебе и так нелегко. Он тут где-то. Он под этими прыгает. А, он снаружи, снаружи. Не выходите. Вот он. Он тут, он в пиццерии. Дайте, это, травите его на меня. Вот а где меня. Ты? Травитель. Травитель. Вот.
Меня вселился, убейте меня, меня убейте. Есть, есть, ребята. Красота, с первого раза стал большим. Блин, я так напряженно сейчас играю. Раньше у нас не было попыток, а сейчас у меня реально очень мало попыток. Мне надо очень хорошо играть. Тебе, если ты меня поймаешь за маленького чужого, ты меня никак не убьешь. Я так. Думаешь? Да. Он так, активировал. Он не стреляйте. Стоп. Тихо, нет. Бомба активирована. Ты не заходи туда. Профит, не стреляй, ты прямо в него стреляешь. Че, да, ну ушел, Дима. Он прямо у бомбы стоит. Я специально хочу, чтобы вы ее взорвали. Вы ее не взрываете. Да мы умные просто. Так, так, на, ребята, надо как-то мне очень хорошо сосредоточиться, чтобы ее взорвать. Очень напряженный момент, очень. Давать большим довольно-таки сложно, пацаны наигранные все. Стреляйте по бомбе, главное. О, а если я вот так сделаю? О, так я могу через потолок убивать. Читер, Дим. Это читер. Читер, это когда вы берете читерский пистолет и убиваете это меня. Это не мы. Да ладно, ой, я сейчас заплачу, это не вы, а кто это? Это все сами. Это ты. Так, если вот буду бомбу вот так как-то толкать, она может как-то взорваться? А ну ушел отсюда, толкатель. А это нормально, что у меня тут фиолетовый человек? Есть! Есть! Счет 1-1. Сейчас будет у нас решающий ранг. Кто же победит? Чужой или обычные людишки? Лично выбирайте, будет. Пацаны, что вы будете защищать? Бомбу или... пленного. Дипера. Дипера хотите защищать? Да. Давай. А в каком месте? В этом месте или в другом? На крыше. Хорошо, все, ребята. Я делаю, как просят меня пацаны. Поэтому все по чесноку. Тут кинул бомбу, Саня. Дипер стоит, пацаны. Ну что, третий раунд. Погнали. Теперь можно пистолеты, дробовики и автоматы. И миниган. И миниганы, совершенно верно. Какие миниганы? Вы чего? Это будет очень сложно. Долго думаешь, Дима. Ты все уже сказал. Ну хорошо, согласен, согласен. Он тут у меня. Так, стоп, 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 стоп. Где? Он кого сзади. А вы обстрелите вход. Как он умер сразу? Да как это произошло? Они мгновенно умирают. Вы видели? Это разве честно? Как вы это делаете? А вот сильно расскажите. Он использует мою тактику. Зараза. Согласен. Ой. А вот где? Вы сейчас Диппера если убьете, вы будете проигравшими. Нельзя его убивать. Никому. Только мне. В воздухе! Вот сюда. Так, попытка номер 3 пошла. Две попытки я использовал. Да хватит. Он на первом этаже. Че, ё-моё. Ай! Попали. А, нет, рядом пули, но не попали. Куда очень попал? Сложно попасть с чужого, ребята. Очень сложно. Смотри, ни одной пули не попало. Точно? Ушел отсюда, а он у меня. Есть, я стал большим! Отлично, ребята! Зачем? А вот теперь, мне кажется, я просто его мгновенно буду убивать. Ну так как вы сможете использовать миниганы, может и успеете как-то меня убить. То каким образом? Я думаю, что вы зря выбрали защищать Диппера. Это была глупая ошибка. Ну хорошо, давайте вы тогда, раз что было более легче вам, можете использовать любое оружие. Кроме админского пистолета. Ладно, пальцы. Я знаю, Гусанька, он уже админский пистолет готовит. Это я уже все. Да. Он где-то тут. А, он тут, он это вышел из ноутлипа. Спрячьте его, закройте. О, а куда Диппер уходит? Диппер, ты куда? Он погулять. Он погулять пошел. Уходим, уходим, Диппер, за мной. А как вы думаете, мне его сразу убить или нет? Пожалей. Пожалей. Ой, монетку, это вы хорошо делаете, что вы монеткой стреляете. Молодцы. Так, молодец, да. Давай, стреляй монеткой возле Диппера ставь, стреляй. Не-не-не-не. А, конечно, Дим. Эй, ты куда его толкаешь? Подальше. А вы меня слышите вообще? Да-да. Так, мне надо как-то сделать так, чтобы я убил не гусь Санька, а Диппера именно съел, потому что я могу рандомно кого-то съесть. Как мне это сделать? Возле Диппера. Отойди. О, есть у меня идея. Пацаны, вы готовы красиво умереть, этот, слиться? Да. Нет, давай. Точно? Да, точно. Где он? А. Да нет, ну это не честно. С улицы убивает. А, с улицы. Я с первого этажа мочу. Ой, Санёчек, ну привет, этажа? Ты вкусный. Ай! Нашёл. Что? Так это читерское оружие. Ребята, вы чего? Админского пистолета, не надо. Да не, ну это же читерское оружие, вы не договаривались за читерское оружие. Вы чего? А,
Хорошо, я очень сильно разозлился. Вот теперь вы меня реально разозлили. Все. Шутки прочь. Я хотел с ними по-хорошему, понимаете? А они что сделали? Они вот так со мной. Наверх пошел. Ну все, прощай, Диппер. А где Диппер? Нет. Но... Вы убили Диппера! Есть! Есть! Я победил! Ура! Ура! Ребята, ну вот, вот правила жесткие были, но я все равно смог затащить. Из-за того, что есть люди, которые используют очень классное оружие, которое мне на руку. Хорошо, давайте теперь просто битву запилим. Готовы? Давай. Так, теперь я должен охотиться. О, давайте я, короче, выбираю гусанька. Если вы его будете защищать, значит все, вы победили. Я на новом клипе улетай. Нет, летать нельзя. Нет. Так, надо мне на крысу посидеть, посреди гусанья ходит. Гусанька, ты где вообще? Я на крыше, давай иди ко мне. Блин, промахнулся, ё-моё. Как же это круто, когда я чувствую мощь и власть. Так, летим до гусанька. Ну что, гусанечек, тебя, наверное, не смогут защитить люди. А ты хорошо, я вижу, перемещаешься. Так, давайте наблюдать, как он... Так, поднялся наверх, спрыгнул на бортик. Так, надо, чтобы он упал вниз, и я его там съем. Ты за что бегай около нас? Ты еще не знаешь, что у меня в ручках. А что у тебя в ручках? Не важно. Знаешь потом. Так ты хитрый жук. Диппер, вставай. А пожалуйста. Ты можешь остановиться, но не бегать? Хотя бы. Для не начала. Может. Вот, отлично. Отлично, так и стой. Ё-моё! Опять ты читерскую оружие я взял. Ой. Я буду злиться и есть всех подряд. Все, гусенек, я разозлился. Я теперь знаю, как тебя убить. Ты думаешь, ты самый хитрый? Он с улицы сейчас будет. Извини, Максим. Так, ребята, я думаю, что гусенек где-то тут ходит, поэтому его сейчас съедим. Молодец. Ребята, убили гусанька, сами свои. Я победил? Неправда. Нет, честно. Ну как, колбаса убил всех. И гусанька тоже. Колбаса классочная. Ну хорошо, я все равно выиграл. Я считаю, что я выиграл. Ладно, да. Ладно, хорошо, ты выиграл. Вот еще раз съел. А вот я тебя убиваю. Ну все, давайте. Да вы задрали. Ну Максим, ну нельзя так быть читером, понимаешь? Ай, блин. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока.